не поняла, что происходит, известная певица озвучила печальный диагноз Пугачевой. Женщина, которая поет в последние месяцы, то и дело удивляет соотечественников. Оскорбительные высказывания в адрес россиян могут свидетельствовать о серьезных проблемах певицы со здоровьем. Овечкин сделал дубль и обошел Селянни в списке лучших бомбардиров НХЛ. Александр Овечкин забросил две шайбы в ворота «Баффало», но «Вашингтон» проиграл в овертайме. На счету россиянина уже 1457 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. СБУ начала расследование в отношении украинской телеведущей за оправдание российской агрессии. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в отношении телеведущей Дианы Панченко. Об этом депутат от партии «Иквот», «Голос Иквот», Ярослав Юрчишин. Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Минобороны Великобритании, удар по Макеевке показывает, как непрофессионализм ведет к большим потерям России. На российской базе в Макеевке, в самопровозглашенной ДНР рядом с жилыми помещениями военных, вероятно, хранились боеприпасы, которые сдетонировали при ударе в СУ и вызвали новые взрывы. Об этом Министерство обороны Великобритании пишет в своем ежедневном обзоре. Полиция Невады, Джереми Реннер попал под снегоуборочную машину, пытаясь помочь застрявшему в снегу родственнику, жизнь на DTF. А сам актер опубликовал в соцсетях первое фото после несчастного случая. Пеле похоронили на вертикальном кладбище возле стадиона Сантоса. Пеле похоронили в Бразилии на вертикальном кладбище. Вышла из душа и запустила руку между ног, Ольга Бузова пошалила в ереванском отеле. После этого она побаловала себя сосисками и яйцами. Спустя 50 лет после съемок «Ромео и Джульетты» актеры подали в суд на киностудию, требуют 500 миллионов за сексуальную эксплуатацию. Нет повести печальнее на свете, чем иск против покойного режиссера. Представлен OnePlus 11, флагман с улучшенными камерами Hasselblad по цене от $560 США. В Китае официально анонсирован смартфон OnePlus 11. Главным тренером Краснодара стал Владимир Ивич. Зебулес Хейв Сигнет контракт виз сербиан специалист. Роналду спутал Саудовскую Аравию с ЮАР на презентации в Аль-Насре. Новичок саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду на пресс-конференции по случаю своей презентации спутал название страны, в которую приехал играть. Это все новости за последний час. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе последних новостей. До встречи!